motherfucker. Нажмите любую кнопку. Продолжить игру. Будьте гораздо проще. Окей. What's up, ребятки? С вами канал Alligame That's Playing Rock. Aliens Isolation. Да, черт побери, вот эти странные инопланетные дырки, короче. И мы продолжаем проходить нашу игру. А, в общем, я напомню, что в прошлый раз мы остановились на том, что нихера себе, в смысле. Алло. За перебои в работе транзит. Это вообще нормальное явление. Я, конечно, понимаю, что в космосе есть понятие невесомости, да? Но мы как бы весомые. Я еще не успел начать игру, ты уже, сука, багуешь. Подожди, а это мой ключ или... А прикинь, если это мой. Вот будет здорово. В общем, встретить Сэмюэлса, Тейлор и СБ. Они находятся у нас вот здесь. Значит, мы находимся вот тут. Нам нужно пройти вот так вот, короче, миновать вот эти вот скалистые горы и прямо вот сюда добраться вперед. А тем временем мы отправились на встречу с Сэмюэлсом и Тейлором. Я так полагаю, здесь у нас есть система лифтов, я не знаю. Но, судя по карте, нам прямо в противоположную сторону. Нормально. А мы да, вообще прям, у нас навигация работает четко. Рипли, мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь Окей. по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. Нам нужно подняться по лестнице. Меня уверили, что меня никто не встретит, потому что вот еще встречать меня. Здесь у нас налево и направо. Налево заблокировано, направо нам нужно сходить направо. Так, роботы, нам сюда. Отлично. Спускаемся ниже. Подожди, а... Это наши ребята или это я так просто встретился с кем-то? Возможно, мы здесь это будем ты? В безопасности. Я прям очень внимательно хочу осматривать, потому что чем глубже мы в эту игру погружаемся, тем больше багов мы встречаем на своем пути. А здесь у нас закрыто. А где открыто? Почему здесь закрыто? Почему нас не пускают? Почему настолько линейная как-то игра? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмюэлс. Угу. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квит. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тот в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразумить? Поговорите с ним? Отлично, цель обновлена. Поговорить с Марлоу. Так, где Марлоу у нас? Туда дверь закрыта, здесь дверь открыта. Нет, здесь дверь закрыта. А кто это такой? В одиночной камере, я так полагаю, что... Марлоу? А это Марлоу. Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострома летела моя мать. Что, правда? Надо же, мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то не договариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя с помехами. Давайте не спешите. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажи? Извини, Хай. Я микроскоп не захватила. Офигеть, это что так, вообще происходит у нас? Похоже на то, что это какие-то воспоминания из прошлого. Так, и мы являемся кем? Найти сигнал устройства слежения. Цель. Подожди, а это случайно не... Не... Да, это ж наш корабль. Удержите спейс, наводите прибор слежения. Смотрите в оба. Стрелка указывает на что? На вашу цель. Вот туда, да? Это я пока не пойму. Походу, нам нужно сюда. Пока непонятно. Идем на жуткую ощупь. Куда-то пошли. Сюда. Видеть ничего не надо. Главное, координаты есть. На такой планете долго не протянешь. Так что, если это сигнал бедствия, живых там уже нет. И все, что найдем, наше. Круто. Прям очень круто. Так, ну тут явно не налево, а явно направо. Странно. Гляньте на эти камни. Обыкновенные камни. Они тут явно с незабавленными. Обыкновенные камни. Марло, твоя взрывчатка тут не возьмет. Марло, взрывчатка тут не возьмет.
Ладно, пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Найти обходной путь мимо завала. Самому не залезть. Аист, подойди, подсади меня. Давай, подсаживай. Вот здесь вот подсадить. Так бы я сразу и не понял, где-то нужно подсесть. Итак, мы подсели, да. Вроде нашел проход, пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Ждите, пока я не вернусь. Даже если не... В общем, нас подсадили, мы пошли. Офигеть, что происходит? Что-то происходит, что-то рушится, что-то вообще прям непонятное. Я, походу, не вернусь уже, да? Я жив, но... Буду искать обход. Совершенно верно. Путь назад отрезан, мы будем осторожно искать обходной путь. Погода ужасная, видимость нулевая. Но нам нужно найти обходной путь, чтобы добраться до какого-то там сигнала. Сигнал одет. Вот вроде бы что-то вырисовывается, да? Вроде бы что-то нашел. А что именно мы нашли? Нашел трещину в скале. Сейчас сорву, отойдите. Разместить бомбу. Ну ладно, пошли. Отлично. Идем, смотрим, что теперь нам нужно здесь сделать. Ох ты! Вау! Офигеть! Круто! Цель обновлена. Найти источник сигнала. Так мы же нашли источник сигнала. Ладно, давайте отправимся дальше. Посмотрим, что там дальше нас ждет. Так я не пойму, мы вышли вроде бы на поляну, на равнину перед самым кораблем. Теперь мы опять где-то в какой-то щели жопе какой-то ходим, что-то ищем. Что там? Тут газы какие-то, каменья. Смотри, видели, как у них глючат ноги? Вообще страшно. Вдруг в друга ног. Так, валим дальше. У них периодически вот это вот отзеркаливание всяких штук происходит. Цель обновлена. Осмотреть инопланетный корабль. А с чего вы взяли, что он инопланетный? С иной планеты. Может быть, он своей планетной вообще, вот с этой планеты. Он же как бы здесь лежит сейчас, находится. Значит, он с этой планетной. Это планетный получается, правильно? Почему он инопланетный? Инопланетный, если бы мы были здесь, а он прилетел бы, да? В данном случае мы инопланетные тут пришли, а он свои планетные уже давно здесь стоит. Ну, в общем, в этом нам стоит лишь только еще разобраться. Отлично, смотри, офигеть, как круто. Что, собственно, хочешь здесь найти? Большой куш. Слушай, прям вообще круто. Вау! Маш, полегче на поворотах. Не повредите тут ничего. Офигеть! А там что? Рубка, если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо вы. Что? Разбудить боишься? Извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Ворота. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Но поскольку, да, это, по идее, было что-то живое. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марло, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Мы что-то тащили. Где? Это не все. Тут не обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. Тоже название, чтобы в таком слоне. Что-то тащили. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Уже... Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Так, найти аварийный маяк. Так, я полагаю, что нам нужно вот туда, да? Так, у нас здесь есть проход. Сейчас мы будем говорить о слове «подсади», да? Давай, подсади меня. У нас уже с тобой прям... В этом плане. Итак, мы отправляемся на поиски аварийного маячка, чтобы отключить его, чтобы другие сюда не повадились. Мы очень жадные на находки.
Любопытство Марло не знает границ. Но при этом никто мой страх не отключал. Одному как-то жутковато идти. Когда ты идешь с NPC, еще понятно, что ну, в случае чего как бы сожрут не всегда факт тебя, что тебя одного. Но вот сейчас мне что-то говорит, что жопу порвут только мои... Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Так, нифига себе, это ты хочешь сказать, это маячок? Круто. Это что-то инопланетное. А, это инопланетный маячок. Вау. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Что случилось? Да, иду. Вернуться к подъемнику. И нам срочно нужно возвращаться обратно к нашим компаньонам, к подъемнику. Они что-то там обнаружили, от чего можно сойти с ума. И Марло принимает решение просто продорвать, фак мой мозг просто сделать. Офигеть, они уже тут поставили какие-то треноги, четырехноги. Вау. Почему на shift нельзя ускориться? Почему нельзя бежать? Вот как вообще на самом деле происходят вот эти все инопланетные вторжения? А вдруг будет опасность, нужно будет бежать? Ну, хоть ноги есть, понимаешь? В некоторых играх даже ног нет. Что? Что у нас здесь происходит? Что ты нашла? А, то есть... это подъемник. Давай спустимся, конечно же, давай спустимся. Остановись-тась. Как же круто. Мы... Ничего себе. Вау. Охренеть. Лучше и не скажешь. Да. Да какая ностальгия-то пошла. Всем фанатам киновселенной посвящается. Вау. Насколько же это круто.